по мере приближения всеобщего конца нами, то бишь людьми, которые работают над созданием нашей программы, все более овладевает леденящий душу ужас. Как вообще в подобных условиях вы, Евгений, а я хочу для начала представить моего собеседника, Евгений Боровских, продюсер нашей программы. Так вот, как вообще в создавшихся условиях вы умудряетесь вообще что-то планировать и вообще работать? Ну и вообще, какие планы, в принципе? Вот можно рассказать нашим телезрителям? Ты по поводу конца света, так вот по поводу конца света. Ну будет, ну ладно, сегодня прикольно, сегодня мы работаем, все хорошо, завтра не проснемся, ну обидно будет. Ну ладно, главное, что сегодня вот просто. Обидно. Ну хорошо, но что там новенького, придумал что-нибудь? Расскажи. Вот Беспалов мне сказал у тебя вытянуть эту информацию. Я скажу так, я раскрываться не буду, то есть то, что ты, вот сам Вадим придумаем, мы лучше, то есть как бы покажем на самом экране. Ну это логично, в общем, логично, да? Я с тобой согласен. Ой, а кто эта девушка? Такие совершенно сногсшибательные особы тут к нам присоединяются. А вы, собственно, кто вообще? Я Оля. Оля. Просто и, в общем, достаточно, надо заметить. Ну, спасибо, Евгений Боровский, спасибо, Оле. Мы продолжаем нашу жизнь здесь, в Диско 2000. Это была коза. Коза!